Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном уроке. В этом уроке я хочу вам показать виджет, который подойдет в качестве фона. Сейчас вы видите у себя на экранах. Это имитация эквалайзеров. Такие бегущие линии. Мы можем задать им свой цвет. И также можем задать цвет заднему фону, который расположен за вот этими движущимися линиями. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет я, как обычно, перетаскиваю на холст. Данные эквалайзеры будут работать вот в этой области, то есть по умолчанию такой квадрат. И если мы хотим, чтобы у нас он растягивался во всю ширину нашего браузера, то мы этот виджет прилипаем к углам нашего каркаса и за маркировочки растягиваем до ширины 100%. И также за нижний маркер мы выбираем область, именно ту, где мы хотим, чтобы у нас эквалайзеры работали. Дальше я делаю упорядочить на задний план, чтобы логотип у меня Muse был впереди. И давайте посмотрим настроечки. Итак, первое, Color. Это цвет заднего фона. Кликаем по квадратику с цветом и выбираем какой-нибудь фон. Видно, что фон сменился, стал желтым. И, соответственно, вот эти бегущие линии, эквалайзеры, меняем цвет ниже, Color 2. Ну, я возьму, например, красный. Следующая опция — это у нас толщина вот этим линиям. Если они становятся толще, их становится в этой области меньше. Что это значит? Например, вместо 100 мы поставим 10, и сразу визуально мы можем посмотреть, как это будет выглядеть. Вот сейчас вы видите, да, линии стало меньше, и они как бы такие толстые. То есть здесь вы управляете, сколько, то есть какой размер вам нужен. Я оставляю 100, нажимаю Enter. И дальше speed, последний параметр, это скорость. Эта скорость работает таким образом: если мы здесь прибавляем цифры, то сами движения вот этих вот элементов, скорость именно перемещения вот этих вот эквалайзеров, замедляется. Например, если мы поставим 100, то будет достаточно медленно. То есть давайте вот смотрите, посмотрим сейчас скорость 10. Перейдем в предпросмотр, файл, предварительный просмотр в браузере. И вот так вот работают наши линии достаточно быстро. Если мы с вами выставим, например, скорость 100, нажмем Enter, пойдем в браузер, и у нас, вы видите, линии двигаются достаточно медленно. И уже эффект такой пропадает, да? В общем, здесь на ваше усмотрение, решать вам. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!